Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре новинка магазина Батискаф, а также компании Crazy Sub очки для плавания, которые называются Fox. Выглядят они вот таким вот образом. Вот такие вот незамысловатые очочки, просто очки для плавания. В нашем магазине Батискаф они присутствуют в трех цветах. Вот такие вот прозрачно-синие, либо голубые, не знаю как правильно, супер прозрачные. И есть еще черные, мои любимые. По-моему, черные самые красивые. Наверное, черные сегодня будем все-таки рассматривать. Я, конечно, думал, может, не туда, не сюда синие, но нет, все-таки черные. Синие красивые тоже. Ну, поближе посмотрим все вместе, но давайте начнем с черного. Так, поставляются они вот в таком вот пластиковом боксе. Бокс у нас закрывается, открывается. Вот эту бумажку, если что, можно выбросить. Бокс оставить себе, хранить в нем очки всегда. Либо опять ставить бумажку на место и иметь красивые очки. Значит, по размеру. Пам-пам-пам-пам-пам, Фокс. Очки Fox размера C. Вот на вот этой бумажке все таблица размеров указана. Значит, это 5,25 инчей. Вот это расстояние между глаз 133 миллиметра. Средний размер 133 миллиметра. Взрослые очки. Коробочку в сторону. Смотрим, собственно, на очки. Вот такие вот силиконовые очки. Полностью в силиконе, пластиковое стекло, залито силиконом. Никакого пластика здесь не присутствует, перемычка тоже силикон, везде все силикон. Крепление стандартное Crazy, пластиковое крепление, удобно, по-моему, все регулируется. Раз, раз, несколько раз, раздвоенный сзади ремешок. Вот такие вот очки. Ну что ж, пробуем мерить на лицо. Опа, отпадает. Что-то чувствую, что на меня как-то они вроде даже широковаты. Наверное, у меня маленькое лицо. Ну, как-то так вроде держится, но что-то я вот сомневаюсь. Опа, да, есть. Все-таки мои сомнения подтверждаются. Мне эти очки не совсем подходят. Не знаю даже почему, может, неправильно одел. Еще раз. Нет, не очень они хотят держаться. Давайте примеряю с ремешком, чтобы видно было, как они смотрятся на лице. Да, наверное, все-таки у меня узкое лицо под эти очки. Нужно немножко шире, потому что когда я вот так вот прям раз это самое, хочется, чтобы лицо было шире. Аж сюда все заходит. Легенькие, удобные, практически незаметные. Обзорность шикарная, никаких перемычек не видно, стекло близко к глазам, я почти вот ресницами чуть ли не касаюсь стекла. Удобные, комфортные очки от компании Crazy Sub. Ну, учтите, что на лицо, наверное, поболее, чем мое, потому как пробуем еще раз. Держится, но вот не очень, чувствую, что вот, да, вот именно это я и чувствую. Так, это были черные. Ну, давайте вам покажу синие. Вот красивое синее, прям прозрачное. Что они там, прозрачное и прозрачное синее. Прям такие морские. Ого, да, да, тут сразу море такое, прям вокруг голубое. Ну, я больше люблю нырять, поэтому у меня как-то ближе маски. Все время хочется попробовать закрыть нос. Достаточно комфортно, они сидят везде, мягкий силикончик, они легкие, практически невесомые. Вот такие вот. Ну давайте достану уже и прозрачные, раз пошла такая пьянка-гулянка. Прозрачные вообще практически незаметные. Я думаю, что они должны нормально подстраиваться к лицам разного типа, но вот, наверное, все-таки чуть пошире, чем у меня. Либо у меня какие-то проблемы с глазами. Не знаю. Я знаю, что вот маски для дайвинга очень хорошо. Многие ложатся на меня маски так, как ни на кого не ложатся. А вот с очками, чувствую, есть проблемы. О, прозрачные. Вообще, видно, что на мне очки какие-то, а? Скажите. Шутки, шутки. Шучу, шуточки. Ну, вот такие вот очучки.
Прикольная. В голубых была вот и прямо аж, вот я море почувствовал еще, вот его нету нигде рядом, а я его почувствовал. В прозрачных не так. Ну, все равно, может, девушкам, которые хотят, чтобы очки были незаметны, эти очки подойдут больше. Называются эти очки Fox, размер C, напомню, есть уже в нашем магазине Батискаф, так что, кому интересно, все, всех ждем в гости, а также делайте свои заказы на нашем сайте Батискаф. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал для того, чтобы не пропускать обзоры и акции нашего магазина. До свидания!